Не будем про часы, будем про фармацевтов. Далее Тамира Слиугабылова. Ну, фармацевт достаточно старинная профессия. Это работник в области медицины, который изготавливает лекарства и также консультирует, старается, чтобы максимально лекарства были эффективны, безопасны, то есть проконсультировать пациента, чтобы лечение пришло к хорошему результату, дало хороший эффект. Вообще фармацевт сложная работа. Что он должен знать? Он должен знать то же самое, что и врач, или же немного меньше? Ну, как я всегда говорю, это такая у нас шутка среди фармацевтов, что фармацевт – это не только ты продаешь, да, и консультируешь, но ты немножечко гинеколог, психолог и так далее. Вообще, я бы сказала, наверное, любая работа сложная, которая связана с людьми. А мы непосредственно работаем с людьми, то есть каждый день там более 150 человек, да, может быть, в аптеку приходит, у каждого свои запросы, свои проблемы. Мало того, что они хотят нужно дать лекарство, плюс еще каждый же хочет о каких-то своих проблемах, болячках поговорить, поэтому как бы надо, конечно, немножко чуть больше иметь терпения. Наверное, какого-то понимания, то есть к проблеме человека, там, сострадания даже, наверное, какого-то. Вот я перенесла в 12-м году инфаркт и не думала, и не гадала, что у меня такое будет. Да, мне выписали лекарства всякие там. Вот иду в аптеку, я живу в Октябре сама. Прихожу в аптеку, конечно, все девочки относятся очень хорошо, даже посоветуют. Что-то, например, для меня дорого, они аналоги могут. Но говорят, что это то же самое помогает. Всем телезрителям меньше болеть, быть здоровой. Я считаю, самое главное – здоровье, здоровье и здоровье. Сейчас у нас меняется погода, близится зима, поэтому всем телезрителям 5-го канала, а также карагандинцам и гостям города я желаю, конечно же, здоровья. Не забывать о своем иммунитете, по возможности заботиться о своем здоровье, теплее одеваться. Ну и если нужна какая-то консультация, обращаться к профессионалам.